Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это царский скиф и легендарный уровень сложности. Я Приндлат от Улуварда, все время забываю сказать. Хочу продолжить, и уже надо как-то ускоряться, потому что компания начинает затягиваться. Надо уже как-то всех убить, в конце концов. И все такое. Поэтому нанимаем войска. Так, кровавые всадники сейчас буду нанимать. Порывы ветра и вот эти ребята, степная буря, уже в полной боеготовности. Так, и все. Остальные царские конные лучники. Оп, оп, оп. Далее. У меня тут есть еще флотик, который тоже надо нанимать. Почему генерал на какой-то лодочке-долбленочке плавает? Надо нормальную лодку. Так, так, так. Двадцатка. Все, отлично. На следующий ход будет уже двадцатка. Ты плывешь, правильно? Ты плывешь как вообще? Ты плывешь на обычном режиме. Надо плыть побыстрее. Вот сюда. Так, далее. У меня здесь какая-то армия и агент. Все идут недобиткам. И армию туда же. Армию сказал туда же. Здесь какой-то флот. Флот можно нанять? Можно, но он какой-то говнофлот. Поэтому плыви вот сюда. Здесь, наверное, можно будет нанять что-то. Здесь в этой границе ни черта нету. А вот в этой варе есть. Так, и мне нужно разорвать отношения со всеми вот этими говнюками, потому что они мне больше не нужны. Вот эти Гирея. Да. Так, с Гиреей разорвали. И сразу они меня не любят. Интересно, почему? Разорванные договоры минус 130, нихера себе. Так, кто еще? Маскат. Покеда. Ой. Кажется, я поторопился с одним, да? Каким-то. Так, это еще два хода, еще четыре хода. Окей. Проехали. И этот гражданин. Давай-ка вот сюда подходи. Решил я, что буду я как лавина идти, короче, все сносить. Собачья, не буду никуда высаживаться. Пошли все нафиг. Флотом я только здесь прикроюсь от этих, от Египта. Здесь разничтожу вот это все, потом вот это, потом пойду туда и все там убью. Сейчас эти подойдут, сразу начну атаку. Так, здесь у меня флот еще не готов. Вот этот что? Может нанимать? Какой-то среднестрелковый налетчик. Ну вот. Значит, вот этого и бы и нанял, если бы деньги были. Деньги внезапно кончились. Кто-то еще хочет что-то? Да. Кто-то еще что-то готов мне предложить. И конец хода. Через ход начинаю активные боевые действия. Да давай быстрее, господи. Здесь в Европе первые падут будины. Потому что там культура моя. Там я смогу быстро порядок установить. А далее по плану. Далее, наверное, бой. Ну, точнее, вот эта вот фракция мелкая, как она там называется, господи, я не знаю. Наверное, я ее не буду трогать пока. Черт-то с ней. Мне там по моей главе надо какую-то там провинцию, Силезия захватить вроде. Вот я к ней пойду прямым текстом, прямым ходом Силезию выносить. И Афракию хочу. Афракия у нас, опять же, афинская и там спартанская. И вся вот эта канитель, придется опять Афины и Спартаны мочить. Почему хочу Фракию? Ну, потому что она очень удобно расположена, с нее удобно нападать везде. Соответственно, после Фракии я Грецию возьму, там, ну и так далее, так далее, так далее, так далее.
далее, так далее, так далее. Куда этот гражданин поплыл? Ну, по мне, так чем дальше, тем лучше. Естественная смерть, полководец умер. Ну, бывает. Так, полководцы, это у меня царское семейство должно быть, а их не осталось. Жаль. Сопротивление чужеземной оккупации, та-та-та-та-та-та. Мне же так плевать на самом деле, вот кого брать. Вот эти проценты сейчас на этом этапе игры вообще не рулят. Ну, какое-то строительство еще есть. Обнаружили агента другой фракции. Кто это? А. Ладно. Тила. Опять уничтожили Тилу, господи. Пиктоны, атрибаны. Царские скифы наняты. Продолжаем набор. Буду грабить все нещадно просто. Деньги нужны. О, смотри, на следующем ходу у меня уже будет полный стек. Я могу дойти аж до сюда. И далее. Так, туда и идем. На быстром марше этого сюда. И еще у меня армия в Салохе стоит. Вот это. Ее тоже на быстром марше. Тоже сюда. Теперь вот этот перец. Этот перец у меня пойдет к Петродаве. Центр смотреть. Я еще могу на самом деле аж две армии нанять и один флот. Это вообще отвал башки на самом деле. Где мой флот? Вот этот вот. Вот он мой флот. Плывем. Оп. И потом вот сюда и потом сюда. Так, вот этот гражданин, по идее, тоже могут же флот, да, нанимать. Блин, топорники, вот ее вот среднештурмовый налетчик, бомжи, блин. Эх, как говоря, сколько стоит? 3700, а у меня уже нету 3700, да? Ладно, что-нибудь поставлю на строительство. Смотрим дальше. Давай сюда топай. Подходим. Где он у нас? Короче, раз, два, три, да? Это что такое? Марип. У меня с ними, по-моему, есть этот самый, ну, договор о проходе, правильно? Я с ними еще ничего не разрывал. Ну, если нету, то извините. Есть, все есть. Буду занимать вот это вот все. Потом к вам вернусь. Так. Здесь два флота, ничего они не сделают. Меня, если попытаются высадиться, то у меня здесь есть вон армия рядышком. Но получают вражеский мудрец. Ёпт. Одной. Чё ты вражеский-то до сих пор? Блин, денег нет, прикинь. Вообще жесть. Ладно. Так, смотрим дальше. Давай-ка вот этот флот поучаствует в захвате Одессоса тогда. Раз уж он здесь есть. А потом я его уже выведу. Подвигаем армию сюда. Одну в город, одну сюда. Да хотя зачем она в городе нужна? У меня провинция и без этой армии замечательно работает. Так, значит, Одесса с Янфея. Мне Пульпудева нужна. Пульпудева нужна, потому что здесь вот это вот чудо света, которое распространяет культуру. Может, мне сначала ее взять, а потом уже... Кстати, хорошая идея. Я быстренько уничтожу эту фракцию несчастную. Эту вот одногородскую, я не знаю. Это все, что вы можете, что ли? Офигеть вообще. Так. Не густо. Вот. И потом разберемся тогда уже.
со всеми остальными греками, да? Все вроде по передвижениям армий. Ну, наверное, что-нибудь забыл, но, блин, мне нужно ходы. Пускать быстрее. Потому что уже сколько можно тянуть с этими скифами, надо всех убить, одному остаться. Хотел от меня искусственный интеллект легенду, да, вот сейчас я ему устрою легенду, бля. Египет тут дохнет бесплатно. Эти тоже, не знаю, чего там, рыбу ловите или что? Что, куда вот вы там умирать поперли? Это немного, блин, тупо, конечно. Из-за Афин куда-то вниз поплыл. Гражданин искусственный интеллект. Захватывать Крит, что ли? Бастарны еще пускай поживут немножко. У меня, кстати, с ними должны быть, по-моему, торговые отношения. Если нету, то, значит, не поживут. Их тогда щадить не буду. Сейчас посмотрим, что там есть у нас с бастарными или нет. Разрешить брак, запретить брак. Другой род приглашает скрепить браком союз между вашими домами. Полководец. Влияние на знать плюс 30. Минус 4000. Давай. Плюс 30. Получил влияние на знать. О, у меня 49%. Норм. Так, сколько назначений, кстати, стоит, раз такая петруха пошла. Можно еще немножко повысить. Это что вообще такое? А. Так. А что развод? Что там, какая-то жена отстойная? Почему развод? Чистолюбивая. Коррупция плюс 5. Зато харизма плюс 2. Так. Бывшая кто? Ладно. Надеюсь, это ничего плохого. О, можно назначить чувака. Пускай будет назначенный. Так. Тут у меня флот хочет наняться. А, и все, деньги кончились, да? Ну, правильно, я же 4 косаря потратил. Чего удивляться-то? Так. Когда я могу Герри войну объявить, через сколько ходов? Мне, в принципе, есть чем заняться пока. Как называется это вообще? Аравия Магна? Какая-то... Ага. Да. 8 ходов, да ладно. Ну ладно, слушай. 8 так 8, давай. Давай тогда пока, раз 8 ходов. Да блин! Чё, ноу? А, у него ходы закончились. Тьфу, еб. Вот я кран. Так. Просто подвину, узнать, что они тут стоят. Хотя... Почему просто подвинул? Что за фигня? На. Что я такой добрый-то стал, а? Сейчас мы, блин, будем их троллить. Нарушение границ, да? Срать хотел. Все, забираем. Take everything. И все такое. Так, вот эти кто у нас? Саба. Саба, где вы? Вот вы. Да, все, разрываем. Нет, это еще нет. Это да. Вот так. Так вот, разрываем. Так, тут... У меня монет нет уже, все. Грабить... Своих я, наверное, не буду. Наверное, я не знаю. Короче, пошли. Дождались вы, чуваки. Я вас предлагаю последний шанс вам. Буддинам. Сейчас смотрите. Все в ваших руках. Или вы отказываетесь от незалежности,
Или вам капзда? Все. Больше спрашивать не буду. Так. Оп. Да. Сейчас им сюрприз устроим всем. А, нет, стоп. Знаешь, что мы сделаем? Да, все правильно. Этот будет в засаде, а вот этот гражданин будет грабить. Этих двоих в засаде должно хватить. Чтобы он сагрился на меня и попался. Так, это ладно. Теперь у меня здесь был хитрый план по захвату Пульпудевы. Плывем. 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 Этот все проверяет. И где-то мой флот, который я хотел. Который я хотел использовать для Одессы, но не буду. Не надо. Идем по первоначальному плану. Он должен занять Родос. А Родосу должен помочь всем остальным. Вот этот гражданин идет в Родос, я сказал. Вот так. Здесь у меня уже флот есть на всякий пожарный, если кто-то вдруг решит повыпендриваться. И вот этот флотик надо бы понанимать, но у меня денег нет уже, блин, к сожалению. Так, ага, вот у меня ребята тут хотят больше налогов собирать. Я же не против, я же всегда за. Стоимость набора, тра-та-та, тра-та-та. Слушай, ну стоимость набора — это здорово. Так, это у нас полная армия. Да, это полная армия. Это армия прикрытия у меня на самом деле. Вот я и волю ставлю. Пока у меня следующая не наберется. Когда наберется следующая, я тогда эту армию тоже на фронт отправлю. Так. Так, 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 эдикт, эдикт, рост. Мне тут рост уже не нужен, давай так. Сейчас последний взгляд на... Что у меня в Аравии Магне что-то? А, это в смысле, что спорная провинция. И Аравия Феликс тоже спорная. Ну ничего, ребята, это явление временное. У меня здесь есть война. О, они что-то голодают, что ли, да, вот бедняги. Так, очень жаль. Кто-кто, что, почему я не заметил? А вот вижу, вижу. Кто-то получил у меня тут этот медальком. Медальки раздали. Все, погнали дальше. Чаё хороший. Теперь смотрим, как кто будет на что реагировать. Грабим все, что грабится, пока можно грабить. Не, ну а что? Дипломатические штрафы я вроде не получаю. Я разорвал отношения, войну я не объявляю, но граблю. Вроде бы штрафов я дипломатически не получаю, я по-прежнему непреклонный в дипломатии. А деньги я экономлю. Тем более у меня бонус, по-моему, на разграбление, если я не ошибаюсь, у скифов бонус на... Да. На что у них бонус? На грабеж или на разграбление? То есть это разные вещи. Сейчас посмотрим, короче, я сам уже забыл. Что это? Разлад в Нессе. Ну это эти остатки, не пойми кого там что-то выпендриваются. Сейчас я ему устрою, блин, разлад. Так, ты, вонючка. Давай ты будешь вонять на нашей стороне. Тык-тык-тык-тык-тык. Еще одну попытку. Ну, у меня есть деньги на еще одну попытку без проблем. А, стоп, стоп, стоп.
Стоп. Хочу на крит прокачать его. И вот теперь можно попробовать. Задержим. Ну, говно. Но с твоей точки зрения success. Ну, как скажешь, чувак. Буддины. Еще не поздно, как ни странно. Видимо, вы считаете, что поздно, да? Так, о, я достаю уже. Ну все, погнали. Все, война нахер. Давай. Смотри, я, блин, одной армией могу и город взять. Вы что, вообще дохлый, что ли? Ну да. Юноши-топорники, блин. Конные лучники в доспехах. Девки. О, это, кстати, да, девки, да. Еще девки. Сейчас мы с девками пообщаемся. Так. Подходим. Не стесняемся. Куда у нас провинция дальше идет? Вот туда наверх, да? Леса, леса, блин, вообще класс. Столько засад можно делать. Ёптать. Далеко, слушай. Так. Ну ладно, чё. Где, какая армия? Вот это, да? Давай. Так, обычный режим устроим. Берем без боя, потому что моя культура, я хочу здесь по-быстрому все восстановить. Вот, вот вообще красота, посмотрите. Пища и порядок сразу плюс 16. А на следующий ход еще будет еще больше порядок. Песня. Так, это что? Это пища минус 4 будет. Это что? Это пища плюс 2. И минус порядок, да? Ну, давай. Так, подожди, а что мне важнее? Мне важнее деньги. 160. Пополнение сухопутных войск плюс 20. Давай пополнение сделаем. Еще и пищу добавим. За счет порядка, да? Нормально. За счет порядка это нормально. Так, и... Двигаем дальше потихонечку. Вот так. Так, что у нас тут во Фракии? Во Фракии у нас высадка, японо-мать. 3 баллы. Чуете, какая жесть пришла? Вам лучше сразу убежать куда-нибудь, я не знаю. Просто собраться и... И чтобы вас тут не было. Ай. Ну как так? О, высадился все-таки, отлично. Так, их туман, вообще не в тему. Ну-ка. Травануть, чтобы не успел убежать. Ха-ха-ха. Ну да. Что это такое, блин? Господи, крестьяне новобранцы, да вы угораете. Да. Ребята. Ну, это, в принципе, по-моему, фракция недавно образовалась, ну, освободилась, так скажем. Это вновь освобожденная какая-то фракция. Чё-то у меня денег мало, блин, не хочу я ничего. Это чё? Эвтимон. Вот так вот сделаем. Ничего больше построить не могу. Чё, может, с первого уровня до второго поднять? Не. И не вариант. На Кавказе даже что-то строится, офигеть. Ну, там, наверное, давно уже строятся там какие-то такие тяжелые здания. Ладно. Кто что хочет еще? Медальку кто-то хочет. Медальку, держи медальку. Так, выстрелов минуту у всех лучников есть. И стратег. Всегда беру стратег. Ну, вот просто потому, что я очень мало битв играю вручную, поэтому мне важнее стратег, она как бы на глобальной карте вот лучше действует здесь.
хитрость против агентов, харизма, как бы она в любом случае будет. А следующее там уже будет эти вот всякие ночные битвы и все такое, что гораздо полезнее. Я об этом говорил уже 100 раз, но мало ли кто не слышал. Или кто не смотрел предыдущие серии. О, а этот что бесплатно стоит тут вообще? Ну что за делак? Ну кто так вообще делает? Давай я проверю всех, может кто-нибудь еще бесплатно стоит? Нет, вроде нормально все. Конец хода, ребята. Там у меня грабеж идет, все нормально. А, можно, кстати, торговое соглашение уже с этими зелеными вот этими хренами, у которых на флаге сектоид нарисован. Можно с ними уже, по-моему, разрывать торговое соглашение. Ебипед пришел. Он что, надеется у меня что-то отжать, что ли? Давай. Рискни здоровиться. Покажи мне свою ебипедскую силу. Так, Афины. Сейчас, короче, захватываю это центральное поселение, восстанавливаю там порядок, и после этого уже захватываю вообще всю Фракию у этих, у греков. К тому моменту на севере я уже там убью буддинов и уже начну в Силезию вторгаться, я думаю. Мирный договор. А, ну ладно, так, и конфедерация. О, я с это, прикольно, я сейчас превращусь в эту, в Орду, во. Ну клево же, степная Орда, ну чё, я всю жизнь был с царскими скифами, теперь буду степной Ордой. Вот так вот-то. Вот. А вы говорите, незалежность, ага. Казна пуста. Ну, конечно, там наемников, наверное, жопа, блин. Так, заключен мир. Буддины. Племенной союз. Буддины. Ох, круть крутская. Я теперь степная орда. Ну, в принципе, я, да. Я степная орда. Так, что у нас по кораблям? Говно. Это кто? Какие-то наемники, нахер всех наемников, ребята. Всех наемников нахер. Нам самим жрать нечего, а вы наемников тут еще кормите. Вы че, блин, натуре? Так, и тут куча наемников. Офигеть. Так, теперь давай разберемся вообще, в принципе, с армией. Что это такое? Юноши-топорники. Охренеть. Какие-то войны племен, блин, лучники. Обалдеваю с вас вообще, граждане. Так, раз, два, три. 16, 2, блин, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ага. Ага. Все плохо, не поместится. Так, здесь у меня 17, и надо еще сюда кинуть троих, вот этих, допустим. Вот у меня 20-очка клинки ангины, блин. Это что вообще? Степные конные застрельщики. Убийцы пленных, блин. Так, сколько у меня армий? Сразу 14 стало, ага. Я понял. Так, ну что, оставить их здесь пока? Ну, в принципе, они бомжи бомжами, конечно. Их бы вывести, да нанять нормальные войска, но у меня пока денег нет. Ладно, клинки ангины, блин. Клинки ангины. Да не, серьезно, это смешно, блин. Давай, это самое. Дуй, короче, блин. Ты вообще кто нахрен? Тоже домой иди. Так, а вот ты, гражданин... начальник, ты у нас дождешься остальных. Флот у нас какой-то еще тут есть. Ладно, флот вот я оставлю, потому что я хочу сплавать и посмотреть, что там. Во, вот почему. Где у меня тут есть куда сплавать или некуда? Я здесь проплыву вообще вот здесь вот, я даже не знаю, если честно. А, да, проплыву, слушай.
Вот иди плыви, в общем, туда. Если что, может, кого пограбишь там или захватишь по-бырому, не знаю. Ну, вдруг повезет. Так, а мы идем куда? Это что? Это какая? Вот она, Силезия, кстати. Белс. Белс. И Будоргис. Будоргис. Вот мне надо, чтобы ты к Будоргису пошел, гражданин. Будоргис – это наша цель. Вообще, мне понять бы, блин, как тут вообще граница расположена. Смотри, вот это все бой, ёп-переёп. Так. Петродава, бастарный. Я хотел посмотреть, что в прошлом ходу вообще. У меня с ними торговое соглашение есть? Есть. Предполагаемый доход. А что они не любят меня? Экспансионизм минус 50. Переход границ державы Будины. В смысле? Ты ж с ними воевал с копией, да, он? Понятно, короче. Бастарны. Вас оставлять в тылу нельзя. Да, свободен, блин. Бастарный, бастарный. Получите у меня по шапке скоро. Денег нету, бляха. Денег нету, но по шапке. Так. Так, здесь агент, окей. Так, давай посмотрим дальше, что здесь у нас происходит. Что у нас происходит туточки? Да блин, денег нет вообще ни на что. Что такое? На что я потратил? На каких-то будинов, наверное, скорее всего. Ладно, пофиг. Да. Спарта? Да пофиг мне вообще. Союзники, блин, Спарта. Напугал. Так. Берем. Сейчас еще посмотрим, может, Спарта сейчас обкакается и мир заключит. Где у них вообще спартанцы-то? А, спартанцы это... Они в Дакии вот здесь вот, да? Ну вот я, наверное, Дакию возьму. Вот эту вот. И тогда мир заключу. Вот. А чтобы мне это сделать, мне надо армию здесь вот восстановить. Ну ладно, на следующем ходу это сделаем. Восстановим. Так, от этого гражданина убираем в Родос наконец-то. Не хочу его потерять. Вот, и таким образом я, в принципе, двумя флотами контролирую вот это вот море. Ну, более-менее, по крайней мере, свои берега. Здесь Парфия еще тусит. Когда я уже могу объявить, это как называется эти ребята, Гера, Герея, Ге, ну что-то такое. Когда я могу объявить войну? Да-да-да-да-да-да. Ну, по-любому там пару ходов еще. Вот, ну, все равно я хочу знать точное число. 6 ходов еще. Окей. Через 6 ходов можно будет объявить войну и разобраться с этими говнюками. Я что, просто, я не хочу просто совсем отношения испортить, вот, например, вот с Массили, у меня с ними хорошие отношения. Вот. Они, конечно, экспансионизм и все такое, но, ну, как бы, ну, зачем? Парфия. Я, конечно, их убью, но все равно. Короче, есть еще вот с кем портить отношения. В основном Массилия, конечно. А все остальные меня и так ненавидят. Поэтому можно на них плюнуть, наверное, все-таки. Сейчас попробуем. Может плюнуть? Не знаю, может просто сказать, да пошли нахер, козлы. И расхерачить всех в какаху. А? С другой стороны, я граблю их пока. Так, чё? Нормально тоже, да? Египетский плотоводец, маскатский плотоводец. Ну да, по сути это не флотоводец, а плотоводец получается. Морской народ. Сволота, иди сюда, блин. Чё ты тут грабишь, мразь? Так, так, 6 ходов. До хера 6 ходов, вот серьезно, просто до хера. Смогу я завоевать... одной этой самой. Смотри, он что-то нанимает. Да ну на. Блин, денег нет. Да япона ж ты в душу мать, ну. А, у меня тут бомжи, да? Ладно, тогда этим я точно не буду атаковать. Давай я тогда вот, знаешь, как сделаю? Сейчас просто будем потихонечку подвигаться к
к границе, ну, в смысле, к этому городу, и грабить. Вот, вот так. Норм. И где-то у меня здесь еще армия была. Вот она. Вот я ее тоже могу вот сюда выдвинуть. Гирея. Ага, как раз хватает ходов. И тоже могу пограбить. А что ты мне сделаешь? Хочу граблю. Все. Нафиг мне с вами торговать, если я могу вас грабить. Правильно? Аравийский залив. Завоеван кем? Не знаю. Так. Ну что? Пора брать. 7 ходов много. 7 ходов много. Можно попробовать со Спартой пока мир заключить, потому что я пока до Дакии, ну, кого освободить? А, я Македонию могу освободить, да, да хер там. Ой, я 5 штук лучше получил, это нормально вообще, 5000. Это мне поможет. Да. Ого, нихера себе. Так, захватываем. Так, 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 ты захватил, молодец, выйди отсюда, дай другим полечиться. Так, и кто тут, где тут у нас этот, как он называется, спартанец-то? Сармисигитуза. Там спартанец, да? Все, ну где-то здесь еще спартанцы. Ладно, я пока его оставлю здесь, тем более у него ходов нет все равно. Вот. И давай тогда смотреть. Ой, что ты делаешь, блин? Разносим все это дело. А, подожди, подожди, подожди. Да блин! Я могу сразу перестроить в классную. Надо максимум культуры, максимум просто. Смотри. Культура 4, культура 6, культура 2, культура 2, культура 2. Вот, алтарь Апи, культура 6. Вот это я беру. Так, здесь что? Здесь сносим. И это я... Что, не могу перестроить, что ли? Походу нет. А почему? Сотня. А, не, подожди, это нормально. Это, короче, видите, этого треугольничка нету. Это как раз вот для меня нормально. За один ход вообще восстановлю. Вообще ништяк. Вот. Это что? Роща бардов. А, роща бардов, она... не сносится и не перестраивается. Ну все, вот хорошо. Третий уровень постройка плюс третий уровень алтарь. Ну, что, отлично, я считаю. Все хорошо. И у меня 1900 еще есть. И благодаря этому я нанимаю еще войска. Вот царское семейство есть. Восстановить наследие убийцы пленных. Это, видимо, вот эта вот армия, которая досталась от будинов мне. Сразу ему прокачиваем. И что я могу нанять? Скифскую царскую конницу не могу нифига нанять. Вообще не могу царских конных лучников нанять почему-то. Ну, скифские благородные застрельщики. Это потому что, наверное, тут какие-то постройки есть, да, такие, которые, короче, мне позволяют это все дерьмо нанимать. Ну, что-то вроде того. Ну, все. У меня 423 монетки есть. Я могу попытаться вот этого говнюка, например, переманить, если получится. Попытка манипуляции. Да объявляю, господи, боже ты мой. Ладно. Не надо. Так уж и быть. Так. Давай другого попробуем. Вот этого, с которым у меня уже война. А, этого дорого, да? Что ж ты будешь делать? Ну ладно. Волны моря трав, туда-сюда, ёпта. Куча, короче, этих. Куча медалек надо раздать, блин, то есть ими довольны. Ага. Ну это понятно, это дамага. Это вот урон выстрелов и все такое. Ты-ты-ты-ты-ты, боевые топоры. Так. И что тебе дать? Бывает дух всей конницы. Ну, отлично, чего нет. Только конница и есть. Так, стратег, естественно.
вот эти вот черти. Урон в бою отряда полководца, ну, пускай. Пофиг на самом деле. Так, конец хода. У меня степная орда и пономать. Там у них ухры-мухры. О! Египетская сила решила отступить. Передумали. Или так, как это обычно бывает. Ну нахер! Ну ты видел? Видел? А, я забыл со Спартой мир заключить. А он что-то не особо старается, я так понимаю, мне войну объявлять. У него там какие-то свои дела. О, вы смотрите, он Рим спартанский. Гля. Фига. Никогда бы не подумал, что они после того, как я им такого пня дам, они еще смогут вообще так подняться. Ты что такое тут? Что ты тут ручками своими шелудивыми, блин, вошкаешь? Вали отсюда, вонючка. Тут какая вонючка вообще, еще одна прибежала. Сейчас я на тебя спущу всех своих агентов. Попытка подрывной деятельности, нападение на патруль. Безуспешно, безуспешно. Ну еще бы. Зазноба какая-то, ага. Это греческий, я понял. Так, тетка, ты не хочешь вовремя переметнуться? Не хочет. Вот это вот, это кто у нас? Жрица. Жрица. Смотрите, какой у меня шворц. Есть. И понравился. Шворц, что надо, говорит. Дай подержаться. Так. И давай еще попробуем вот это вот. Это кто у нас? Не, вот это вот. Коромаре, тетка. Злющая. Тетка. Принуждение. Опять задержан. Да он и так был задержан, блин. Че вообще в натуре, ну? Я же уже задерживал его. Давай еще раз. 40%. Надо было сразу этого типа. Препятственно ушли, и можно еще раз. Ну давай. Давай еще раз. И походу нравится, когда много. Все. Вот этот справился. Так, а есть вообще эти граждане где-то еще? Как они там называются, блин, я не знаю. Как они? Трибал его. А, и у них еще есть Сингидун. И это поселение со стенами. Как хорошо. А ну давай туда прошвырнемся до тудова. Так, у нас тут кто вообще? Афины, да? Они расстроятся, наверное. Нес, так, Пелла, Одесса. Может взять уже это все? Блин, всю эту канитель или не... А, стоп, фу. Так. У нас тут пища 3, не знаю, с какого перепуга, ну, с какого-то. Так. Вот так вот, стандартный набор. Так. Ну, надо, в общем, решить, что делать-то. Забирать Афин? А, слушай, Афины-то у нас вообще где? Вот это вот все, что есть у Афин-то, по-моему. Их разнести нахрен, и все, просто. И забыть, как страшный сон, все эти Афины, мать их, так, перетак. Надо, короче, взять Афины, блин. Взять эту всю канитель, чтобы она просто, ну, в тылу у меня не болталась, эта вот вся вот эта вот Спарта вонючая. Потом заключить с ними мир, чтобы они там уже воевали там у себя на этом, ну, в Италии. А дальше просто с двух сторон захерачить этих боев, чтобы их не видно было и не слышно. Вот такой вот, я думаю, план. Что у меня там по этому, как он называется, по главам захватить хотя бы по одному селению в 30 разных провинциях, сейчас 25. А, ну еще ладно. Силезия, ну понятно. Так. Разрушение, разграбление 12 или более разных поселений. Сейчас одно.
О, кого мы будем грабить? Давай разберемся. Греков, что ли? Ну, 3 балла, кстати, можно пограбить. Ну, вот серьезно, вот можно их пограбить. Наверное. Короче. В общем, не будем долго, блин, мудохаться. Давай выдвигаться. Афинам не нравится, да? Да мне срать вообще. Так. О, армия афинская. Прикольно. Ну-ка. Я, кстати, в засаду могу их сейчас того. Чего вы там не рассказываете, что Афины, блин, что-то там объявить нахрен. Химьяр это кто вообще? Из Спарта. Да я со Спартой уже воюю. Бах! Засада. Ха-ха-ха. Гоплиты, пикинеры, вся херня. Вы видели, сколько у меня, блин, лучников? Ребята, блин. Я даже не знаю. Вы еще и в засаде, блин. Оказались. Свободен. А, убей всех нафиг. Так. Какие-то граждане у меня получают все эти самые плюшечки. Боевой дух полутак. Так. Оп. Кто еще? Нейромонах. Хитрость. И гражданское это хозяйство. Ну, ставка, все такое. Так. Наверное, Фракию я грабить не буду. Че ее грабить-то, правильно? Пум-пум-пум. Может, все-таки нахер, а? Ну, правда, ну. Бесит же. Так, ну я здесь просто не завоюю за один ход, к сожалению. Давай просто подвигаться поближе. Вот так. Вот, и ты тоже, да? Поэтому, наверное, все, короче. Я не буду заморачиваться, блин, ну нахер все вот эти вот дипломатические перипетии. Сейчас на следующем ходу, в общем, всех порву и все. И всего делов. Так, деньги есть у меня еще? А, 3000 есть, давай попробуем вот этого дядьку сманипулировать. Вот и все. Вот и вся беда, блин. Где еще красные есть? Ага, вот. Какая-то красная херня хочет у меня изоляторов получить. И сюда, сука. И сука, сюда. Какая гнида, а? Он может вот так вот уплыть на самом деле, вонючка. Да. Ладно. Постараюсь его догнать в следующем ходу. Что, у меня есть ходы еще где-нибудь? Нет. Нет, здесь ходов больше нет. Все, конец хода. Ага. А это кто? А, это я Будинский флот мой. Будинский флот отправил. Посмотреть, что там вообще в Британии творится-то. Это египетская сила тут своих каких-то агентов хочет высадить, глянуть, что тут у меня. Давай, подходи. Чего? 2200 и нахуй. Я тебя уничтожу тебя. Вырежу нафиг просто. Так. Что там, плывет что-то ко мне? Может быть морское сражение замутить? Меня просили. Все, посмотрим, достает ли флот. Это что такое вообще?
Ага. Типа атаку готовят, да? Ну-ну. Давайте, давайте. И 3 балла хотят мины. Требуют 100 рублей. Иди к лесу. Фу, блин, короче. А! О! Офигеть! Он только подошел, его сразу траванули. Или это другого чувака траванули. Так. Государственный деятель, царское семейство, другие семейства, другие семейства. Царское. Так, Зенобия. Сарматия, население воодушевлено. Ну так конечно. Пиктоны уничтожены. Смотрим. Чё тут бастарны хотят вообще? В натуре. Силачи. Сабазия. Копейщики, новобранцы. В натуре. Это все, что у вас есть. Так. Раз, два, три, четыре. Царские конные лучники. Вот так. У меня еще 1000 рублей осталось. На кровавых всадников, да? Ну, давай. Давай. Попробуй. Все, что ли? Ладно. Одной армией беру, короче. Режим нападения, все. Просто забираю. Просто забираю. Ничего разграблять не буду. Грабить буду что-нибудь другое. О, тут есть эти. Трущобки, блин. Сука, не могу переделать даже, а. Блин. Фу, чуть на море не спустился. Это было бы не очень хорошо, потерял бы кучу времени. Так-то ничего страшного, конечно, но вот эти вот высадки, засадки, блин. Ну, потому что генерал дебил какой-то. А что это у них тут все кругом? У меня даже денег нет, это все дерьмо убрать, вообще офигеть. С ума сойти. Ладно. Давай-ка вот так сделаем. Этого попробуем заманипулировать. Да какой заманипулировать, когда денег вообще нету, ёлы-палы. Когда такое было, блин, 5000 вход и денег нет. Так, давай туда. Тут тоже сюда. Иди к Петродаве, блин. Надо знать, что там происходит, что эти твари вообще задумали. Как они называются? Ну, эти вот бастарнские. Окей, что, вторгаться будем в этих вот... Вот в этих? Нет, не будем, потому что, блин, очень растянутый фронт. Они могут вообще напасть откуда угодно, твари такие. Вот, реально, блин, откуда угодно. Поэтому мне нужно сначала разобраться с Дакией, потом сожрать, короче, это все. Вообще надо сначала здесь разобраться, вот, по совести. Так, я хотел на этом фронте уже нападать. Потому что сколько можно мне. Сколько можно это терпеть вообще. Да, объявить войну. Да, 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 идите в жопу, короче. Ненадежный. Да уж, наверное, ненадежный. Мне уже плевать. Какой там надежный, ненадежный. Я беру свое. На. Жбаном. Бэм. Все, свободен. Тунц, 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 тунц. Так, это все разрушаем нафиг. Сколько стоит? 2. Можно перестроить, наверное, будет на следующем ходу-то. Так, ладно. Смотрим здесь. Да, да. Переменчивый. То есть переменчивый хуже, чем ненадежный, да, я так понял? Ну, мне дали только что статус переменчивого. Так.
Бах-тарабах. Так, а здесь что? Здесь тоже. А здесь я могу перестроить даже, да? Жалко, блин. Слушай, ну не хватит, наверное, на всех денег-то, потому что это стоит капец, 3000. Не-не-не-не-не-не. Надо, короче, сносить все это дело и не выпендриваться. Реально. Если здесь еще там куда ни шло, то здесь вообще не вариант. Так. Кирея, звери ярости. Это вражеские грузовые суда. Ту-ту-ту-ту. Бэм. Падла. Вот. Ну, короче, блин, я, конечно, меня просили, но... Ну, япона, мать, ну, серьезно, ну... Ну, ты, ну... Нахер. Не очень хороший момент. Даже не потому, что там 90%, просто у меня не очень много времени, чтобы... А я хочу немного дальше пройти по компании. Вот поэтому не очень хороший момент. А то сейчас я буду ковырять это все дело. Вот так. Вот так водится. Так, 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 так. Вот так это все выглядит. Здесь у меня вроде все походили, да? Ну да, почти все. Пульпудева, пульпудева. Минус 30 заход, блин, еще вот эта фигня вся. Там общественный порядок минус 12 добавляет. А, ну ничего. И... Армия у меня набирается? Да, набирается. Но это очень важно, на самом деле. Самое важное, потому что я хочу еще отсюда садануть вот сюда. Так, ну понятно, куча всего не присвоена, блин, как всегда. Вообще жесть какая-то. Давай, колесико крути. Своенравные войны. Даже не смотрю, что там, блин, просто тупо. Все, нет. Погнали. Какие там еще воюют до сих пор? Давайте, давайте. Белые ходоки идут. А вы там, блин, между собой разбирайтесь. Давайте, давайте. Нервы и цены. И ценов еще не видел. Говорят, там они вообще злобные с этими, как они называются, колесницами. О, афинчики. Спарта хочет мирный договор. Слушай, ну, 10 ходов, в принципе. Давай. Давай. Я сейчас разберусь с Афинами спокойно. Разграблю Сингидун. Что-нибудь еще непотребное сделаю. Пускай Спарта пока поживет. 10 ходов я ей дам пожить. Сам спокойно поживу. Бастарны. Они сейчас вот что-то агентами мутят там, да? Давайте, давайте. Герия тык-тык-тык-тык-тык возвращается. Типа хочет отвоевать, да? Ага, давай, давай. Тур титаны, блин, сектоиды какие-то. Так, искушения. Не-не-не, но потратил время на переговоры. Это где? А, около Мальвы. А, я понял, да. Задержали, твари. Чё-то по хозяйственной части, видали? Заключен мир со Спартой. Новая особенность. Малопьющий. Это, блин, типа плохо.
Так, и надо смотреть, что у меня тут. О, у меня тут много чего. Так, общественный порядок. Ну, рост плюс 9, дальнобойные машины, доход от всей торговли. Какая-то торговля. Мало хозяйств, 800. Вот это производство я добавлю сюда, потому что буду производство тут делать. Производство и пищу. Так, немножечко. Это пока оставлю. Так, у меня есть целая провинция, да, новая. Маскат, это другая провинция, насколько я понимаю. Да, это другая провинция. Здесь все перестроено. И меня здесь храм нужен, не нужен, не знаю. Мне нужен какой-никакой этот, ну, гарнизон. Так, есть. С этим всем пока завязываем. Ага, вот тут есть еще отпрыски кого-то. Иди сюда. В засаду попадает отпрыск. Ой, я выбрал не то, да плевать. И добиваем говнюка. Давай. Все. Так, дай-ка сюда, блин, подойти. Где у меня тут? Вот эта вонючка. Иди сюда. Догоню, нет? Иди сюда. Все. Морской народ. Все, одной вонючки нету. Агента я только спас, переманил, да, вовремя на свою сторону. Тик. Боевой дух в засаде пустыни. Ну да, засада в пустыне, блин, когда ты этот, как он называется? Когда ты флот. Да, сиди в этом в порту и не это. И не позорь мою семью, в общем. Так, смотрим дальше. Теперь надо с Фракией разобраться. Здесь какие-то вообще злющие. Что это такое? Это Одессас, это вот тут, да? Ну, во-первых, перестрою порт. Во-вторых, что у нас с пищей? С пищей как-то не очень, да, но можно что-нибудь построить. Но я тут хочу ремесла построить, и у меня всего лишь, я здесь вот храм построю еще, поэтому давай копии построим. 10 тысяч есть, что не построить побольше что-нибудь, правильно? Давай, раз такая жара пошла, тогда еще и здесь что-нибудь построим до второго уровня, это можно же, правильно? Санитария, общественный порядок, да. Не выпендриваться до второго уровня, до второго уровня. Вот так нормально. Все, 3000 остались. 3000 мы на армию, на армию. Царские конные лучники. Мало. Ну ладно. Могло быть и хуже. Так, вот у меня осталась армия. Что у нас вообще вот со всей этой канителью? 16, да? Общественный порядок стабилен, но это присутствие 20. Ну, то есть, мне бы еще желательно здесь потусить один ход, правильно? Чисто один ходничек. А вот тут Афины идут. Их кто-то траванул. А кто с Афинами воюет? Кроме шуток. О, да с ними, блин, воюет народу столько, что... Это мог быть кто угодно. Клоти. Прикольное имя. Кто вообще жрица? Культура, насаждение культуры. Давай, насаждай. Ты, надеюсь, на мою культуру насаждаешь, а не свою. Так, тетка. Ну-ка, попробуй греческого. Греческого сыгля. А, я понял, денег нет. Ладно. Ладно, ладно. Ладно, проехали. Все, проехали. Так, следующее будет вот это, потом вот это. Сколько здесь, кстати, этого?
Войск тут вообще почти нету. Так, это что? Дети амфитриты. Вражеский флот. Оп. Так, вражеский флот. Я не дотягиваюсь до него, нифига. До этого вражеского флота. И тут тоже. Ну, тут как бы я и нападать не стал. Глупо было бы, да? Ага, вот еще. Спаргрид какой-то. Так, у меня здесь стоит армия, нихера не делает, абсолютно. И это неправильно. Я думаю, надо пойти и разъебать бастарнов. Разъебать. Бастарнов. Да? Или нет? Еще разок, сколько мне надо еще. Ой. Сколько мне надо еще бичей степи, блядь? 25 сейчас, да, еще 5 надо. То есть получается я в Дакии захвачу, в Силезии. О, а мне надо, кстати, и Сарматию полностью, чтобы захватить, надо захватить вот эту фигню. Короче, надо мочить боев и не выпендриваться, и не бояться, что они там что-то сделают. Вот просто, блин, идти и убивать. Стою, блин, тремя армиями тут, сука, какая-то, блин, что у меня какое-то там поселение отхватит. Так, сколько? О, я даже могу вот так вот сделать, смотри. Опа, бои. Прикиньте. А мне плевать, что вы обо мне думаете. Абсолютно. Ладно. Попробуйте что-нибудь мне сделать, как говорится. Ну, подходи по одному, падла. Мне нужен агент вот здесь. Агент, агент. Где, 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 где? Ладно, на следующем ходу попробую переманить греческого. Римчик Total War Battles Kingdom играет. Молодец. Что такое? Парфия хочет что-то мне сказать? Ты понимаешь, да, что... А. На тебе палкой по яйцам, падла. Пришел тут, понимаешь, права качать. Парфия сейчас, когда я захвачу последних этих челов зеленых, у которых сектоид на флаге, я пойду на Парфию, вообще без вариантов. И мне пофиг, что там ебипит. Типа это. Уже со мной воюет. Да мне плевать, я Парфию снесу, а потом пойду на Египет. А эти Афины тут что-то это. Куда-то своим флотом плывут. Гирея выскочила. Тоже хочешь по яйцам? Дэйму, 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 Дэйму. Че, согласился, что ли, на что-то? Ну, ты, блин. Так, какие-то вражеские войска тут бегают. Голодают. Дезертируют. Агент задержан. А. Волны моря трав. Это кто вообще? Даже не знаю. Так. Это государственный деятель. Я понял, пускай сидит. Хотя. Переселите его, пока он чё? Ну, ладно, ладно. Переселил. Совершено покушение. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. В сговоре. Поумирали, блин, люди. Отряд телохранителей. Что-то денег опять нету. Что случилось вообще, я не понимаю. Только что же были деньги всякие разные. О, у меня... О, класс. Фонарей. Коптильня, бляха. Святилище Апи.
стоимость строительства аграрных зданий, доход от скотоводства, прибыль от торговых соглашений, цвет торговли кончена Великая Ярмарка. А тут что? Насаждение культуры, коррупция в ваших провинциях, частота политических происшествий. Давай вот это вот, потому что у меня сейчас будут всякие эти политические происшествия происходить, блин, просто жесть. Блин, я мало влияния у меня, и денег нету ни на что. Денег нету. Ничего, в общем, я буду захватывать Галич. Галич у меня же из моей провинции, да, из моей. Будет полная провинция. Потом Дакию я немножко разграблю. Не буду ее сразу брать, наверное. Македонию тоже пограблю чуть-чуть. Даже могу македонцев освободить. А чё? Чё нам кабанам? Вот. Мне надо грабить. Грабить надо мне. Для того, чтобы выполнить задание. Свебию пограблю потом. Захвачу. Потом пойду здесь всё нахрен разграблю. Вот так выйду. Разграблю Свебию и захвачу Силезию окончательно. Вот так вот сделаю, наверное. Хитрый маневр. Вот. Так вот. У меня здесь армия стоит? А, ну да. Кстати, а чего я тогда вообще боюсь, блин? Если у меня здесь целая армия стоит, прикрывает мне фронт. Я, значит, могу вот так вот просто пройти, как и планировал. Так. А че? Боевская, да. И вот так вот. А потом Силезию разнести. Вот. Дакию тоже пограблю. Пограблю все. Буду вот Фракию осваивать. Македонию освобожу. Вот. Все, вот эту хренотень я захвачу, естественно. Что здесь происходит вообще? Кто ты? Что ты хочешь? Я тебя не знаю. Так. И после этого буду уже захватывать Парфию. Полностью. И потом Египет полностью буду мочить. Парфянский флот какой-то. Ну, вот такой вот хитрый план на следующий. Следующую серию надо уже плавно продвигаться к военной победе. Я решил, что я буду побеждать военной победой. Так, что мне тут захватить Нес? А где он? Где Нес-то этот? Вот это? Ну да. Ну захвачу я Нес, захвачу. Господи, что там его захватывать? Взял да захватил. Ой. Или не захватил, подожди. Да не, захватил, ты чё? Давай, тупой. Вот так, и всё, не захвачен, подумаешь. Вот, подведу поближе этого гражданина. Хотя, если честно, это, блин, стрёмно, потому что... А, у них тут говна армия какая-то. Сейчас я только проверю, что у них там еще есть. Иди сюда. По-моему, у них там ничего больше толком нету. Я могу вот сделать нападение на патруль. Вот, что-то я хотел закончить, а критически, крит еще, да? Хотел закончить и никак. Блять. Ну вот, о чем я, собственно, говорил. О том, что надо к военной победе иду. Получить власть над 80 поселениями. Сейчас 75. Это как бы, ладно, это все не главное. 35 или более разных, сейчас 30, но это тоже фигня все. А вот самое главное, это захватить вот следующие вот полностью провинции. Я вообще ни одного поселения не захватил из этих провинций. Ни Македония, ни Греция, ни Италия, ни Лада, ни Африка. У меня нету ни одного поселения в этих провинциях. Специально их подальше от меня поставили. Вот. Но... Все остальное я практически выполнил. Ну, я думаю, что не должно это никаких проблем у меня составить. Я когда окончательно разберусь со всякими вонючками греческими, вот, я просто здесь катком пройду по всей Африке, блин, прямо до... Где эта Африка? Вот это, да? Это что у нас? Это у нас Карфаген и вся фигня. Снесу просто. Вот. Ну, в общем...
Не знаю, сколько еще серий я сделаю. Постараюсь уложиться еще в 5 серий. И все. Хватит уже тянуть. Кота за яйца. Всем спасибо, кто смотрел. Это был кот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будет супер-пупер прохождение Рим 2 Total War. Всем пока.